Всем привет, и я записываю свой влог. Сегодня у нас аж 17 июня. Последнее видео на канале было 1 июня. То есть я 17 дней вообще ничего. Ну, все связано с тем, что, во-первых, у меня были две выставки подряд. Я была вся в разъездах, в котах, в щеночках. В общем, меня тут прям поглотила лавина всего-всего. И даже не то, что там творчество, да, как бы мне даже не было времени записать вам какое-нибудь видео там с котятками или еще что-то такое. Один такой небольшой видосик совсем я тут где-то вот так вот фончиком, пока я бла-бла-бла, он где-то тут пойдет, может быть, даже на весь экран. Посмотрим, я как монтировать буду, я придумаю, как лучше будет, да. Вот. Какие новости у меня? Ну, во-первых, про Рыжего. Спасибо, девочки, всем за пожелания ему здоровья. Пока еще жив, не очень здоров, но жив. И мы сегодня ездили делать анализ. Анализы, в принципе, неплохие, даже чуть лучше, чем 2 недели назад. Главная проблема, что он мало кушает. Он не отказывается от еды, просто мало кушает. И, соответственно, он очень сильно похудел. То есть он, в принципе, как бы похудел, да, за последние, наверное, полгода, год. Сейчас у него просто вес падает критично, и за последние 2 недели он потерял 0,5 кило, учитывая, что он был уже 4,4 400, да, и сейчас мы его сегодня взвесили, он 3,900. Ну, как говорится, поддерживаем, да, поддерживающая терапия, особо почки на лекарства не реагируют, да, стал чуть получше креатинин, но все равно не норма, да, и поэтому, ну, как есть, так есть, да, то есть мы... Я его в принципе, не хотела бы мучить там и вытягивать все-таки возраст 15 лет. Это уже как бы такое время, когда при серьезных заболеваниях, наверное, лучше отпустить, чем заставлять страдать, как бы, да, и стараться вытягивать там диализ, я не знаю, еще что-то делать, да. Вот, такое я точно, наверное, не буду, потому что это дополнительный стресс для него самого, а стресс он очень плохо переносит, вот прям очень плохо, да, поэтому... Как есть, так есть. Ну, пока бодрячком топает тут, кушает по чуть-чуть, пьет, гуляет. Вот сейчас у нас тепло, солнце светит, и открытые окна, и он гуляет на окошке, там, дышит свежим воздухом. Так что у нас все, в принципе, хорошо, насколько это может быть хорошо. Вот, это что касается Рыжего. Дальше. Сегодня буду рассказывать вам, во-первых, про покупки, наверное, в первую очередь. Или нет, давайте в первую очередь сначала расскажу про покупки, а потом расскажу немножко про альбом, который детский. Он еще не готов, но он уже в процессе. Я вчера поковыряла, и сегодня буду ковырять. У меня задача его закончить вот буквально, знаете, что из разряда в понедельник отснять обзор, отснять фото и отдать. Да? То есть у меня такая программа максимум. Вот, поэтому покажу вам, что готово на этот момент, а еще покажу вам свои покупки. Покупки у меня следующие. Я вам давно уже купила, но все забывала показать. Вот такой клей. Клей это для тех девчонок, кто знает, кто делает цветочки, да. Ну что ж ты меня не фокусируешься. Вот. Вот такой клей. Не знаю, как им пользоваться. Знаю, что это для ткани, и его используют именно вот в цветочных делах. У меня там орут дети за окном. Это, прошу прощения, да, то есть это, так сказать, издержки летнего времени. Вот, и по этому клею заказали мы дружно все с девчонками этот клей. Осталось только найти время, чтобы, как сказать, разобраться, как с ним работать и, собственно, попробовать. Но, в принципе, насколько я знаю, что многие, кто профессионально цветочки делает, да, из ткани, делают именно вот с его помощью, да, то есть, так что я думаю, что эта штука хорошая, главное понять, как и с чем его едят, но это я разберусь, Google знает все. Так, дальше, мне пришло с Алиэкспресса две посылочки, одна посылочка, вот пришли мне тычиночки мои пришли, да, вот такие вот целый наборчик, то, что я рассказывала, да, пастельные тона, их тут, по-моему, такое ощущение, что штук по 50 каждого вида, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, 600 штук всего, да, и по 50, наверное, каждого, да, вот 600 штук, угу. Вот, в общем, такие прикольные пастельные цвета, и мне это очень-очень прям нравится, вот, а еще пришла ложечка для воска. Я уже подумывала взять просто обычную ложку, да, ну, если есть такие, я взяла дешевенькую, потому что, то есть, я не собираюсь как-то, наверное, фотографировать или снимать этот процесс, знаете, кто любит там такие красивые всякие штуки под какую-то старину, да, вот, ну, не знаю, когда-нибудь, может, я соберусь и закажу себе такую старинную ложечку, пока заказала то, что дешевле,
И то, что она, во-первых, маленькая, такая место не занимает, в общем, супер. И напоминаю, что мне осталось найти только теперь мою ручку для моего штампика. Вот штампик лежит, да, вот с котиками такой. С котиком, вернее, с одним. А ручка где-то... Я, у меня такое ощущение, что заткнула там свои стаканчики, которые у меня с ручками и карандашами. Я там пороюсь, и если я найду, то в следующий раз, как буду снимать видео про мои материалы, которые меня вдохновляют, я тогда запишу разом видео и с тем, как я воск этот пробую. Потому что я никогда этого не делала, да, и мне, в принципе, даже хочется попробовать, ну, на камеру, да, то есть как это будет работать. Дальше, из покупок. Была у Кати я, и пришел мой заказ. Значит, во-первых, бумага от AB Studio, две новые коллекции. Покажу прям, я на них залипла, не смогла просто отказаться, хотя не планировала покупать бумагу. И давнейшая моя просьба к моей бумажке, которая коллекция Savanna от Stamperia. Вот такая бумага, это размер 15×30, вот так она выглядит. Если честно, я думала, что это тоже фоновые листы, просто размер такой, ну, нестандартный, да. Оказывается, это нифига не фоновые листы, это вырезалки. Сейчас мы с вами их посмотрим. Это вот такой наборчик, 10 листов. 10 листов вырезалок. И вот такие вырезалки. Ну, есть тут и фоновые, вот, например, фоновый листик, да. Но вырезалки здесь тоже шикардосные. Смотрите отдельно, какие львята. Львица, лев. Вообще просто очень... У меня как для кошатницы прям ми-ми-ми-ня-ня. Очень красивое качество. Такое ощущение, что даже красивее, чем на бумаге. Оно такое, как будто, знаете... Как, вот я, это понятно, что это... Я думаю, что это переработанные какие-то фотографии. Да, вот здесь вот немножко как мутненько выглядит, да? Сейчас я... Вот. Выглядит немножко как мутненько, но... если близко приближать, да? Если немножко вот так положить на уровень, типа, вытянутой руки, да? Ощущение реально, как будто это акварель какая-то, вот, ну, то есть... Но при этом такого хорошего качества акварель, не размытая какая-то, да? Короче, я прям в восхищении. Так... С обратной стороны тоже они двухсторонние получаются. Они причем двухсторонние. То есть можно делать какие-то топперы двухсторонние, да, то есть на, как бы, чтобы с двух сторон была картинка. Вообще шикарно. Шикардос прям. Слоники еще у нас тут есть. О, эти хвостики слониковые, это вообще прям ми-ми-ми. Мы когда были в зоопарке в Праге, там как раз родился слоненок. И он так трогательно ходил за мамой, и вот так вот хвостиком такой мах-мах. Это просто... У меня где-то, по-моему, на фотографиях есть видео, мне кажется, я не снимала. А вот на фотографиях 100% где-то у меня сохранилась эта наша поездка, и она есть. Так, еще жирафики тут у нас. Вот, носорожики. В общем, такие классные. Еще тут, значит, карточки. Такие квадратненькие. Карточки квадратненькие, черт, тут единственное, показывать неудобно. Карточки квадратненькие вот такие. Прикольно. Еще орхидеи. Баобабы. И всякие разные такие растения другие. Вот, и еще такие типа, ну, карточки, не карточки, надписи, я это так, наверное, назову. Надписи. Еще африканские маски. Но это я-то как бы не знаю, куда впихивать. Я больше такое по животным. Вот. И еще один лист. Это задний получается. Это у нас просто паттерн, да. Да, и вот они вот к своим... А, это все показано, да, листы вот на обратной стороне, как выглядят листочки. Вообще классный, супер. Я, если честно, правда думала, что это будет просто набор... как сказать, фоновых листов. Ну, может, не совсем фоновых там, да. Но то, что это будут именно конкретно вырезалки, да еще двухсторонние, я этого не знала, если честно. Я просто не посмотрела настолько подробно на этот наборчик, да. Меня он привлек именно своим нестандартным размером. А оказывается, это вырезалки. И это, кстати, классно, потому что тогда я смогу использовать те листочки большие, да, и мне не придется там, допустим, оттуда вырезать львов или гепардов, я смогу это сделать из вырезалок. Так, а теперь я вам покажу бумажку от AB Studio. Две коллекции новых в меня запали. Это In Love With You и Rustical Time. Так, с какой начнем? Давайте начнем с про любовь. В этот раз я взяла набор и 6×6. С него мы и начнем, я думаю.
Никогда не брала эти маленькие наборы от Abesco. А в этот раз я решила, что для открыток самое то. А то у меня обычно набор уходит на какой-нибудь альбом и с концами, да, то есть и все. И мне нет возможности, например, Abesco использовать в открытках, да. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, вам видно? Все хорошо видно, да? Так, тут у нас, как всегда, тежики. Тежики просто вообще. Он такой немножко винтажный по цвету, да, с пионами. Просто я не могу, мне так он нравится, этот набор. Я прям тащусь. Так и хочется сделать из него какой-нибудь альбом. Или альбомище. Вот. Так, просто полистаю. По три, значит, листочка у нас здесь каждого вида. Это вообще такие листы, по-моему, уже это просто визитная карточка от Abesco с полосками, с этими, через какой-то рисунок. Это тоже классный. О, вырезалочки. Прикольно. Тут такие прям пионы-пионы. Тут тоже вырезалочки с этой стороны. Такие акварельные листики. Эти тоже, кстати, можно вырезать. Прикольно. Двери. И такой лист тоже был в других коллекциях. Ну, в другом цвете только. И такой похожий листик. Да, вот у Abesco у них такая прям есть, что у них повторяются листы многие. Дополнительно просто добавляются какие-то украшения. Но смысл такой, да, вот эти прошитые все. Это все очень похоже. И оно прям у них бывает. Вот этот очень красивый лист. Такой прям винтаж. Все супер. Я прям довольна-предовольна. Так, сейчас посмотрим еще большой набор. Так. Итак, тут у нас опять тежики, разные размеры, как всегда, и прям все такие с пионами. Блин, какая же красивая коллекция, я прям тащусь. Так, сейчас я клею уже куда-нибудь, чтобы надо здесь рядышком складывать. Это прям красивый тоже листик. Красотища-то какая! Мне очень нравится, что он, знаете, он такой не розовый, он такой, как вот, как это... Да, это как это по-русски-то? Ну, увядшая роза, нет. Как это называется? Цвет этот, когда такой серо-розовый такой, да? Вот он с немножко таким серым. Вот тут прям видно, очень не просто типа зеленый, да, а тут такая как будто структура немножко у... Как будто ткань какая-то краской заляпана. Прикольно. Этой структуры нет, конечно, бумага гладкая, но вот она нарисована, как будто это именно ткань, либо отпечаталась ткань, вот прям такой, как лен, не лен, что-то такое. Супер-супер. Так, вырезалочки. С этой стороны прям пионы акварельные такие. Мне еще очень нравится, что цветы такие прям в одной вот, ну, они видно, что это одна коллекция, один стиль, потому что иногда у нее бывает... вроде цветовая гамма и сочетается, и похоже, да, но листы такие несколько разрозненные, вот именно в цветочном плане, да, а это прям под одно все. Тут большие двери. И вот эти цветочки мне прям очень нравятся. Вот таких жалко вырезалок нет. Там, по-моему, не было в таких вырезалках, ну, именно таких цветочков. Ох, пионовая коллекция просто великолепнейшая. Шикардос. Так, такая коллекция. И сейчас посмотрим мы эту коллекцию Рустик. Она такая прям, как вам сказать, ну вот другая немножко, да, но все равно прикольная. Так, такие, во-первых, тежики. Тут тежиков побольше. Маленькие побольше. И вот такие листики с бабочками. Тут тоже двери. Клетка. Вот это листик классный. Вот этот вот. Прям бабочки и какое-то письмо. Сухоцветы. Да, эти листы прям можно использовать. Да, не нужно ничего сверху, не штамповать, ничего вообще. Прям берешь и используешь этот лист. Так, тут у нас газета просто какая-то. Типа газетный лист. Вот такие люблю листы, тоже мне нравятся с кружевом. Тут у нас вырезалки на обратной стороне. Рамочки. Гербариум.
надпись. Тут вырезалки, я уже обратила внимание. Это, наверное, единственное, что мне в этой коллекции, ну, так, это вырезалки. Вы представьте, как вот эти вот тоненькие вититулечки, вот эти все тоненькие веточки вырезать. Ну, то есть, в чем сакраментальный смысл? Еще вот такую вырезать, окей. А такую даже, если вы оставите там, допустим, миллиметр или полтора. В общем, эти вырезалки, они такие, ну, дико противные. Я еще думала купить лист 30 на 30, но потом как-то передумала, в общем, и решила, что если что, буду, мне хватит того, что есть в коллекции, и, в общем, достаточно. И если мне понадобятся какие-то такие вырезалки, вот именно, ну, цветочные там листики, я просто возьму из каких-нибудь других бумажек, у меня такого типа у меня хватает чего понавырезать. Тут такой вот темненький листик. Здесь листик с цифрами, прям шикарные цифры. И с обратной стороны тоже классный лист. Такой прям, ух. Вообще, нет, классная коллекция. Я прям... А еще тут есть лист вот с такими надписями. Разные всякие надписи. С обратной стороны тоже такое. Ну, в стиле AB Studio, да? А что, их только два таких, что ли? Нет, вот три их должно быть. Да, все правильно. Всех по три. В общем, тоже прям класс-прикласс. И теперь посмотрим 30 на 30 коллекцию. Я когда увидела анонс этих коллекций, мне прям загорелось. Мне давно так не загоралось. Я уже, например, на Приму смотрю так, типа, ай, ну Прима, ну... Прима уже не удивляет, если честно. Последняя коллекция, которая мне прям очень-очень понравилась, это была коллекция, ну там что-то с Nature, нет, бабочки, где вот у них были, да, там бабочки и птички, вот эта вот коллекция. Это, ну, была последняя, которая прям, ну, очень понравилась. Остальные, то, что они сейчас делают, это, ну, я не могу сказать, что это все прям страх-страх. Ну, прям вот не цепляется абсолютно за... Не берет за душу. Не запоминаю даже ни название коллекции, ничего, да. То есть как-то очень все сложно. А B Studio мне как-то поближе. Теперь к детям подключилась еще собачка, поэтому я очень извиняюсь за фоновый шум. Что поделать, лето. Вот. И, значит, что у нас? Так, я что-то подвисаю немножко, но не обращайте внимания. Так, тут у нас тежики. Теги прям вот винтаж, ботанический винтаж. Вот прям чума. Даже не ботанический, а, знаете, какой-то такой энтомологический винтаж. Я бы так его назвала. Так, такие листы. Классно. Эта коллекция шикарно подойдет тем, кто делает всякие разные... джангбуки природные какие-то, да, вот кто, вот я буду собираюсь тут делать что-то, наверное, по Наде Хмелевской, я там прикупила у нее несколько курсов, помогала котикам, вот, и с помощью подруги в Москве прикупила несколько курсов, и денежка пошла котикам на корм, которые там живут в деревне у Нади, вот, и, в общем, как говорится, и котам хорошо, и мне хорошо. Вот, так что я там уже присмотрела, что я буду делать. И вот обязательно какую-то из этих коллекций наверняка буду использовать, потому что они очень в тему туда подходят прям на 100%. Да, слушайте, в крупном это на 30 на 30 смотрится вообще великолепно. Так, рамочки опять. Вырезалки. Вот даже вот они в таком большом формате, эти вырезалки, они такие прям тоненькие. Я не представляю, как их вырезать. Еще вот эти вот, которые, как он называется, эвкалиптовые веточки, да, еще туда-сюда, или вот это покрупнее что-то, да. Но вот эти тоненькие, вот они тупо место занимают. Вообще бесполезняк какой-то. Так, черный листик наш. И вот такой листик. Прям, как говорится, порадовали меня, порадовали. И надписи. Надписи у нас здесь. Все на английском. Да, все на английском. И разные всякие. И пожелания, и просто слова какие-то, да. То есть прям разные-приразные. Классно. И бабочки. Еще можно повырезать бабочки. Вот такие коллекции. Я, короче, довольна-придовольна. Прям осталось только найти время, где все это делать. Хотя, в принципе, я смотрю сейчас на свое расписание и понимаю, что зима у меня будет посвободнее, да. Особенно там где-то декабрь. Я поэтому смиренно жду декабря. Вот. Там посмотрим, как у нас дальше пойдет. Декабрь, январь. Ничего, что у нас сейчас июнь только, да? Ну, посмотрим. Так, что я вчера наделала из наделанного? Во-первых, я склеила, наконец, как его,
называется, блок, да, мне осталось сделать обложку, обтянуть ее, и обложка будет кожзам, как я уже говорила, и мне ее нужно обтянуть и вырубить на плоттере имя, приклеить его, ну, не приклеить, а как сказать, приделать. Приутюжить. Вот. Кроме этого, значит, блок я сделала. 3 полноценных у меня разворота и еще по половинке здесь. Ну, естественно, на форзацах тоже будут какие-то, я думаю, карманы я сделаю на форзацах. Я прошила странички. Да? Не знаю, видно вам, не видно, как, что прошито. Потому что шила белыми ниточками, чтобы не было какого-то такого, знаете, сильно выделялось или липоватости какой-то. Но в то же время эта строчка, она дает какую-то такую, как рамочку. Вот. Плюс я отделала странички эти через трафарет белым акрилом и отштамповала фоновым штампиком светлыми чернилками. Вот. Так что такие у меня, это значит, у меня будет первая страничка. Это у меня будет второй разворот. Вот такой. Да, вам видно, я думаю. Так, тут у нас будет третий разворот. И это у нас будет четвертый разворот. Вот. И последний разворот у нас, ну, не разворот, половиночка, ну, такой вот, да. Плюс у меня вот, наверное, будет в первом полноценном развороте, вот здесь, у меня будет открывашка вот такая, здесь где-то, наверное, вот так она будет, как-то, я думаю, вот так. Вот так. Ее я тоже отштамповала. На ней будет просто, я думаю, не будет дополнительных открывашек, а просто будет фотография, да, и я ее немножко украшу, чуть-чуть совсем. Вот, и не буду клеить дополнительно никаких еще сверху скраб-бумаги, да, то есть пусть будет такая просто беж такой. И какой-то что-то еще хотел сказать. А, и тут открываться у нас будет. Тут, скорее всего, будет либо карман для тегов, либо еще одна фотография, одна тоже без открывашек, да, то есть здесь по факту две фотографии на этой. Я посмотрю, еще подумаю. Либо будет какая-то маленькая открывашка, типа на три фотографии, да, которая не на пять, а на три. Вот. А здесь у меня будет, я думаю, что каскад, ну, типа на три. Ну, то есть получается раз, два, три. Это на семь фотографий. В итоге здесь на одной половинке получится 7, 10, 11 фотографий. А здесь, скорее всего, будет на 5 открывашка, да, то есть 11, 5, 16 фотографий на развороте. Вот, и второй такой же разворот будет через разворот. Ну, то есть не следующий, а через разворот. И уже здесь открывашка будет на этой стороне, я так думаю. Только я вот, скорее всего, ее сделаю не снаружи, чтобы она открывалась, а вовнутрь. Вот типа так. Вот. Как-то так. Сейчас я здесь закрою. Вот. Вот так вот. Посмотрим. Все будет на магнитах, никаких завязочек, ничего. И будет закрываться оно все на магнитных лястик. Да, то есть, ну, как-то так вот. И, в общем, такой вот пока получается альбомчик. Хочу сделать по минимуму украшалок, но в то же время, чтобы он выглядел красиво, нежно. Вот. И буду, значит, я смотреть, как чего у меня будет получаться. Хочу сделать вот таким, вот по итогу, да, светлым, девочковым, в то же время, чтобы не было прям вот розовое-розовое, там, такое розовое. Поэтому, как видите, у меня кардсток такой бежево-желтенький, да, я бы даже его назвала бледно-желтым, наверное. Акцент, ну, не акценты, а все вот это украшательство у меня, оно белое, то есть это белый акрил, и на торцах белый акрил, и, скорее всего, у меня форзацы будут, наверное, бумажными, а карманы я сделаю из белого шитья. Вот, я думаю, что это будет красиво. В любом случае, буду пробовать, буду смотреть, буду что-то менять, еще ничего как бы про форзацы не думала четко, да, то есть еще что-то можно будет и поменять при желании. Ну, посмотрим, короче. Ох, надо сделать уже и отдать его, чтобы люди радовались и клеили туда свои фоточки. Вот такие, в общем, у меня дела, такие покупки. Все вам рассказала, все показала. Снимала сегодня на другой телефон. Посмотрю, как будет выглядеть. Очень хочу поменять свой телефон, потому что мне уже мои видео такие поднадоели, некачественные, да, поэтому я прям ищу себе какой-то телефон, чтобы он не стоил там как крыло самолета, и в то же время снимал приличные видео. А с этим большая проблема, вот. Но я надеюсь, что я подберу какой-то себе вариантик, чтобы по всем параметрам меня более-менее устраивал.
И тогда мои видео станут еще красивее. Вот. И, может быть, их будет больше. Но насчет больше, вот честно, не обещаю сейчас летом, потому что просто полный завал вообще. Но спасибо, что не отписываетесь от меня. Спасибо, что смотрите и даже комментируете. Хотя видео новые не выходят, но комментарии я все еще получаю. Вот, поэтому всем девочкам спасибо большое за участие, за просмотры, за лайки. И всем пока-пока и хорошего лета!